эпоху в Средиземье вновь пришла война. Саурон стремился вернуть себе кольцо, залог его возрождения. Темный властелин склонил многих на свою сторону. Одним из его сторонников стал могущественный волшебник Саруман. Война пришла в Рохан, заставив короля Теодена искать убежище в Хельмовой Пади. И вот огромная армия идет на приступ древней твердыни. Уже готовы осадные машины. Чтобы выжить, обороняющиеся должны отстоять крепость. Но Саруман искусен и хитер. Победить его непросто. Готовы к бою? У нас почти не осталось людей. Хельмова пать не достанется врагу. Готовы к бою? Хельмова пать не достанется врагу. Защищайте стену! Они карабкаются по лестницам. Сбросьте врагов вниз! Еще немного. Мы отразили атаку врагов, но это еще не победа. Убивайте берсерков! Бейте их! Они заложили взрывчатку под стены. Убейте берсерков, пока они не подожгли фитили. Не дайте им дойти до стены. Убейте его! Бейте берсерков! Убейте их! Под самой стеной! Убейте его!
Берсерк под самой стеной! Убейте его! Остановите Берсерка! Стеной. Убейте его! Берсерк под самой стеной! Убейте его! Берсерк под самой стеной! Убейте его! Сегодня мы победили! Отступим в лагерь, пока враг не собрался с силами! Все назад! В лагерь! Катапульты бьют в стену. Скоро Урукхай прорвутся внутрь. Отступаем! Главные ворота не должны пасть. Главные ворота! Не пускайте их внутрь! Защищайте ворота! Отражайте атаку Урукхай! Катапульты! Теперь они обстреливают дамбу! Главные ворота, пока хватало сил. Но стена разрушена, и врагам удалось захватить ворота. Нам нужно отступать в тронный зал. Зал через блистающие пещеры. Мы должны помочь Теодену выбить их оттуда. Ой, садники Рохана! Карач, что ты здесь? Враги завалили пещеры, и мы в ловушке. Помоги нам разгромить врага. Будь отважным,
знаю! Все собрались в тронном зале. Враги в ловушке. Не дайте им уйти. Убивайте врагов! Им не место в тронном зале! Убейте его! Они все собрались в тронном зале. Враги в ловушке. Не дайте им уйти. В стене! Живее! Мы должны изгнать врагов из крепости! Войны Рохана! Во имя Гондора, бой! Захватите стену! Мы должны выбить отсюда врагов! Thank you.
Разрушите стену! Победа или смерть! Защищайте это место до последнего вздоха! Ярость и разрушение! Защищайте это место! Защитим ее от врагов! Мы выстояли! Теперь это наша земля! Благодаря мужеству и самопожертвованию своих воинов, король Теоден одержал победу. Но опасность еще не миновала. Она таится в подземельях Изенгарда и пещерах Мории. С вершины Черной башни Мордора Саурон повелевает силами тьмы. И все же народы Запада готовы противостоять злу. Воины Гондора стоят на страже, и древняя сила, дремавшая много веков, готова прийти им на помощь. В этой великой войне нас поведет в бой Белый Маг, ибо его судьба в том, чтобы сразиться с Сауроном. Их противостояние решит судьбу Средиземья.